Специальный проект «Радио Спутник». Он смело сеял просвещение, не презирал страны родной. Он знал ее предназначение. Петр Первый Великий. Царь, ставший императором. Он переломил вековые традиции через колено и подчинил себе церковь. Он не щадил никого, ни подданных, ни семью, ни себя. Он сделал из России морскую державу. Радио «Спутник» представляет. Специальный проект «Рождение империи». В третьей части программы, посвященной рождению Российской империи, мы поговорим с историками и попытаемся выяснить реакцию международного сообщества на появление нового статуса у Российского царства. А также проследим, какие изменения произошли внутри страны, ставшей империей. В предыдущих частях мы выяснили, что предпосылки для имперского статуса не просто существовали. Российские самодержцы считали себя и страну наследниками Римской империи. Перед тем, как приступить к обсуждению России, давайте определимся в терминах. Профессор, доктор исторических наук, заведующая кафедрой истории МПГУ Галина Талина, дает не только исчерпывающее определение, но и демонстрирует диспозицию того времени. Если мы с вами говорим об империи, как она переводится с латинского, то это в первую очередь власть и господство. Если говорить о признаках империи как государства, то с одной стороны это государство монархическое, а с другой стороны это такое государство, которое включает в свой состав очень часто путем завоеваний территории других стран и народов. Поэтому можно еще и сказать, что империи – это государство многонациональное. Империи существовали и в Древнем мире, и в Средние века, и в Новое время, когда царствует Петр. И можно сказать, что к этому моменту империи уже располагались в каждой столь-нибудь значимой точке пространства. Если мы с вами смотрим на Западную Европу, то там еще с X века и до начала XIX века будет Священная Римская империя. Вот эта империя дает главное притяжение, которые переходят от Средневековья в новое время. То есть, что такое империя? Это настоящее истинное государство, находящееся под управлением Иисуса Христа. У Иисуса Христа для этого есть два наместника. Духовный папа римский, светский император Священной Римской империи. Символическим отображением этой картины государственной власти и теократического государства будет двуглавый орел, которого мы видим с герба Максимилиана I. То же самое представление и у того государства, которое находится на гребне Восточной Римской империи, у Византии. Исчерпывающе, по-моему, но до конца непонятно. Если Москва – Третий Рим, у России огромная территория, на ее территории проживают разные народы, царь-самодержец, то почему Россия становится империей только в XVIII веке? Ответ кроется в том, что нужно разделять понятия «империя» и «император», так считает Галина Талина. Империи России не становится при Петре. Он делает лишь важный шаг в этом длительном процессе эволюции русского государства. Россия, по мнению большинства историков, начинает свое развитие по имперскому пути с середины XVI века. Из походов Ивана Грозного на Казань и на Астрахань с присоединения Поволжья. Известно, что в XVI-XVII веке она прирастает с Сибирью. И можно сказать, что вот уже в период Московского царства Россия и становится тем имперским государством, которое неминуемо должно было родиться на православном Востоке. Потому что она и мыслит после падения Византии под натиском турков османов себя как лидера вот этого православного Востока, как главную державу, именно как Третий Рим. И получается, что ниша свободна, у нас все условия для того, чтобы ее занять, есть. Дальнейшее наше усиление будет во многом связано и востребовано тем, что православный Восток, по сути-то, нуждается в таком лидере, а мы хотим им быть. Но и здесь напрашивается логичный и очень простой вопрос. Зачем? Если Москва – Третий Рим, и в этом уверены русские цари, то зачем Петру нужен императорский титул? Отвечает историк, советник ректора МПГУ Евгений Спицын.
Россия в данном случае стала второй империей на европейском континенте, и тем самым Петр I продемонстрировал всем остальным европейским монархам свое превосходство как бы над королевскими домами Европы. Вот была какая главная его цель, когда он принимал этот титул от правительствующих сената. Потому что я напомню, что этот титул был преподнесен Петру I в честь окончания знаменитой Северной войны со Швецией за выход в Балтийское море. То есть Россия стала владычицей нескольких морей. Она вышла на берега Тихого океана, Северо-Ледовитого океана. Она вышла на берега, пусть непрочно, но Черноморского региона в конце 17 века, взяла Азов. И вот, наконец, эта многолетняя, даже я бы сказал, многостолетняя борьба за выход в Балтику тоже увенчалась успехом. Титул империи – это манифест. Это заявление всему миру о своем величии. Титулатура, то есть официальное именование и перечисление регалий в те времена, играет очень большую роль. Титулатура – это визитка по сути, но не по значению. Каждый международный договор, царский указ или встреча на высшем уровне начиналась с бесконечного перечисления всех титулов монарха. Титулы играют важнейшую роль не только в международных отношениях, но и внутри страны. Именно при первом императоре в России появляется табель о рангах. Структура чиновников, содержащая не только перечень соответствий между военными, гражданскими и придворными чинами, но и форму обращения. Так, например, к лицам в чинах с 9 по 14 классы следовало обращаться «Ваше благородие». К чиновникам с 6 по 8 классы – «Ваше высокоблагородие». К 5 классу чинов – «Ваше высокородие». Ваше сиятельство только при обращении к графам, а ваша светлость – герцогам или к светлейшим князьям. И не дай бог перепутать благородие и высокородие, превосходительство и высокопревосходительство. Если речь шла о монарших особых, то можно было получить реальное наказание, а если о чиновниках, то как минимум обиду. Примеры этого встречаются в русской литературе вплоть до 20 века. Подобные гонки за право на титул встречались и между первыми лицами государств. Об этом говорит доктор исторических наук Галина Талина. Попытаться отстоять свое достоинство, то есть статус своего монарха, равный достоинству мировых императоров, мы пытались раньше, например, в третьей четверти XVII века. Это бесконечные наши тяжбы со Священной Римской империей. С XVII века мы вступаем в тесные дипломатические отношения. Вот какое бы имперское посольство к нам ни прибывало, все время стоит вопрос о титулах. Наши говорят, давайте так мы вашего императора титулуем величество, так и вы нашего будете титуловать величество. Они говорят, нет, величество может титуловаться только император Священной Римской империи, он единственный и неповторимый. А все остальные короли и цари только пресветлейшество. Вот мы бились тогда на протяжении 20-30 лет за то, чтобы стать в один ряд с императорами. И то, что не удалось сделать отцу Петра, царю Алексею Михайловичу, Петр в результате усиления внешней мощи России делает это достаточно спокойно. Я предлагаю подробнее остановиться на международных отношениях того времени. В мировой политике, да и на бытовом уровне в том числе, часто случается так, что общественное восприятие отличается от того, как ты сам относишься к себе. Это касается в том числе и империй. В 17-18 веке, как мы выяснили, существовала Священная Римская империя, которая была откровенно слабой. А, например, королевство Швеция было невероятно могущественным. Тот период шведского великодержавия вошел в историю под названием Шведская империя, хотя империей де юре Швеция не была. И, как мы уже выяснили, именно разгром шведского королевства, уничтожение ее могущества принесло титул и статус России, провозгласившей себя империей. Но как воспринимали этот статус другие великие державы того времени? Об этом нам рассказал Владимир Рудаков, главный редактор журнала «Историк». Имперский статус России, который начал утверждать Петр I, конечно, был воспринят в Европе с крайней опаской и недоброжелательно, потому что Европа видела, что на Востоке не просто поднялся, но укрепился исполин, который фактически выиграл долгую, длившуюся на протяжении более 100 лет, войну за доминирование в Восточной Европе. И поэтому, конечно же, статус империи у многих вызывал опасения, и многие европейские столицы готовы были сделать все для того, чтобы
вернуть Россию в то состояние, в котором она находилась до Петровских преобразований, до Петровских побед. Другое дело, что в 20-е годы 18 века сделать это уже было невозможно. Петр создал мощную армию, построил флот, создал достаточно эффективный государственный аппарат и, фактически заявив о том, что он становится теперь императором всероссийским, он открыл новую эпоху и в истории России, и в истории внутреннего развития, и с точки зрения позиционирования себя, позиционирования России на международной арене. Россия вошла в число так называемых великих держав, где государства, которые влияли на всю геополитическую ситуацию тогдашнего мира, и эти позиции Россия не утратила до сих пор. Стоит отметить, что принятие российского статуса империи на международной арене не было единомоментным. Похоже, что в международных отношениях существуют те самые 5 стадий принятия неизбежного – отрицание, гнев, торг, депрессия и, наконец, принятие. Первыми странами, которые признали новый российский статус, были Пруссия и Голландия. Затем к ним в 1723-м присоединилась проигравшая в Северной войне Швеция. Османская империя примет российский статус по результатам Белградского мирного договора только в 1739-м, Австрия в 1742-м, Франция и Испания в 1745-м, позже всех принять неизбежное придется Речи Посполитой, с которой у нас сложились давние, особенные и не всегда благоприятные отношения. В 1764-м, когда польский сейм избрал Станислава Понятовского, фаворита императрицы Екатерины Великой, Речь Посполитая официально признала Россию империей. Помимо официальных государственных отношений, конечно же, есть и неофициальные. На протяжении нескольких веков Россия пыталась продниться с Европой, но именно Петр рассматривает этот вариант как некий политический инструмент. Об этом говорит доктор исторических наук Галина Талина. Петр смотрит на породнение с европейскими домами как уже на активное средство политики. И первым таким браком династическим будет женитьба царевича Алексея Петровича на принцессе Софии Шарлотте. Она будет относиться к роду Вельфов, один из старейших европейских домов франкского происхождения, занимал многие европейские престолы. Но вот этот брак, а он замысливается еще там в 1709-10 году, нужен нам потому, что родная сестра нашей Шарлотты, Елизавета Кристина, была замужем за императором из династии Габсбургов. Короче, словом, нам нужна поддержка Австрии в борьбе с Османской Турцией. А Габсбурги и Австрия – главные враги османов. Были и на протяжении долгого времени оставались. Мы начинаем закручивать вот этот международный узел, в котором мы выступаем вместе с другими европейскими монархиями против османов. Во второй половине 17 века мы на это активно претендуем, и нас начинают признавать, а в начале 18 века, в первой четверти, без нас уже в разрешении вопроса с Турцией обойтись невозможно. Кстати, стоит сказать, что петровское отношение к кровному родству с Европой тогда разделяли не все. И даже сейчас находятся критики такого подхода. Вспоминая о российских монархах-иностранцах, прежде всего вспоминают Екатерину I, Анну Леопольдовну, Петра III, Екатерину II. Но стоит также сказать, что династия Романовых успешно выдавала замуж своих представительниц. Так, например, 3 дочери Павла I так или иначе были европейскими королевами. Дочь Николая I, Ольга, была замужем за наследным принцем Вюртемберга. И совсем известный факт, что британский король Георг V приходился двоюродным братом Николаю II, последнему императору России. Петр женит на иностранке даже своего сына. В этом браке у Алексея Петровича и принцессы Шарлотты будут дети, один из которых будет носить имя деда и станет российским императором Петром II. Но судьба Алексея Петровича будет незавидной. Рано лишившийся матери, ее Петр упек в монастырь. С детства не знавший любви, Алексей Петрович попадет в опалу царя. Его обвинят в измене, и он умрет. То ли от пыток, то ли от инсульта, то ли от убийства. В построении своей империи Петр не щадил никого. Даже себя. Но об этом в следующей части программы. Специальный проект «Радио Спутник».